Непогода многим помешала прийти на солдатский привал, но те, кто не усидел дома, вознагражден старицей. Яркое выступление оркестра Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко – подарок витязевцам. Как и полевая кухня, организованная местным хуторским казачьим обществом. Казаки живут на этой земле с момента основания поселения. Живут дружно. Считается компактное поселение Греков, поселок Витязево. Так, неофициально. И вот праздники, День независимости Греции. Вот, все отмечаем, казаки, греки. Даже вот сейчас у нас образовалось армянское общество, официально приобрело статус. И армяне, мы с ними тоже дружим. Военная тема на празднике не случайна. Не в правилах витязевцев забывать тех, кому они обязаны мирным небом над головой. Мы с уважением, с любовью относимся к нашим предкам, к людям, которые воевали, которые отдали свои жизни, молодые. У нас, значит, на кладбище на старом 35 человек, которые воевали, и их убиты были именно за Витязева. Они защищали село и погибли здесь. Может быть, их было и больше, но там вот на кладбище 35 человек. Я сегодня же и смотрел, и это самое пофамильно. Два офицера, старший лейтенант, лейтенант, остальные все рядовой состав. Эти 210 фамилий высечены на монументе благодаря стараниям Ивана Анастасовича. Местный военком дал только 46, остальные собирал в течение года, в архивах выспрашивая у селян и старожилов. Витязево сегодня, говорит нам статистика, это 2600 домов, 9600 жителей. Но это зимой, летом тут туристическая Мекка. За эти годы Витязево превратилось из, будем говорить, аграрного населенного пункта в курортное село, которое встречает много гостей. Встречают, провожают, всегда рады гостям. Поэтому хочется пожелать еще раз успехов всем жителям, гостям, которые к нам приезжают. Пожелать развития, в первую очередь, села, ну и, конечно, в целом города, курорта Анапа. Что привлекает сюда миллионы гостей? Ни для кого не секрет, что современное Витязево – это центр греческой культуры. Красивые традиции, вкуснейшее вино и статные греки. Они пришли сюда вместе с культурой. И это та культура, которая нас сегодня отличает от всех этносов, живущих рядом с нами здесь, на этой благодатной Анапской земле. Мы дорожим этим, мы стараемся как бы эти ценности приумножать, говорить о том молодому поколению, которое идет за нами. И я думаю, что молодое поколение с большим удовольствием будет нести, так сказать, флаг нашей национальной культуры в будущее. 180 лет отметили с настроением в окружении многочисленных друзей. По-другому здесь не принято.